очень красивое место. Начинаем поход по Галицинской тропе. Слушайте, ну я не ожидал, что Крым вот такой. Вот сейчас мы заехали в Новый Свет. Очень красивое место на самом деле. Здесь вот постройки, бухта такая красивая. Но сейчас мы с вами отправляемся в мыс Капчик. Здесь тропа Галицина. В общем, все самые-самые достопримечательности в этом месте. Кстати, вот в этом месте, Новый Свет, еще есть винный завод. Кто-то наверняка знает, да, вина Нового Света. Это как раз вот это место, так что можно сюда приехать, погулять в этих местах, прогуляться на завод и даже зайти в фирменный магазин Нового Света. Начинаем наш поход по Галицинской тропе. Мы сейчас поставили машину, вот как раз в Новом Свете. Здесь рядом завод, магазины, и отправляемся сюда. Мы не знаем, как мы там, насколько пройдем, насколько нам будет комфортно с коляской и детьми, но в любом случае попробовать мы должны. Так что пойдемте посмотрим, что из этого получится. Опять у нас лакшери условия по весенней. Здесь какие-то, да, арка такая сделана. Что здесь у нас? Давай посмотрим. Есть скалы. Да, с тропой все это заморочились. Видно, труда вложили кучу. Реально, реально. Давай, Алисейка, пойдем. Даже лесенки здесь сделали. Смотрите, как прикольно. Немножко пути прошли. Попали вот такое место, и там сейчас будет грот, пещера такая. Сейчас мы отправляемся прямо туда. Я даже не знаю, если, по-моему, даже говорить ничего не надо, можно просто показывать, и все. В общем, заходим вот в эту, дети напылили, пещеру. Здесь раньше был монастырь, вообще вот эта пещера, она создана природой, а не людьми. То есть здесь море ее создало. И, соответственно, вот такие вот у нас ячейки. Как вы думаете, для чего? Это хранили здесь вина в этих ячейках. Так что все просто. Как только мы начали путь по тропе Галицина, мы даже не знали, что нам представлять, какие нас ждут сложности, будет здесь безопасно или нет. В общем, много можно рассказывать и показывать в одной плоскости, но лучше, конечно, дорогие друзья, на все это посмотреть сверху. Тропа, конечно, очень красивая, правда, вообще небезопасная. Мы маленько уже устали с коляской тащиться, но зато очень красиво, это правда. Такая натуральная красота природная. Стоит сюда, конечно, прийти. Не знаю, поедете сюда с детьми или нет, но точно стоит приехать и посмотреть эти виды. Мы добрались до самого верха, до самой главной точки, куда все ходят, смотрят на тот залив, на этот залив. Залив тут царств. Здесь смотрите, какое море.
чистая. Там тоже можно, в принципе, добраться и покупаться в теплое время. Но это все требует усилий, ног ваших и так далее. Что, очень красивое путешествие у нас получается. Как вам оно, друзья? Нам очень понравился Крым. Нам очень нравится здесь путешествовать. И это еще не все, так что не переключайтесь. Самое главное, друзья, в этой всей прогулке вам нужно пойти первым делом через Голицынский грот. И там пойти вот по этим всем взъемам, подъемам и спускам. И потом вы уже пойдете вот по такой прямой дороге обратно. Потому что если вы начнете маршрут отсюда, то вас ждет очень сложный путь. Лучше сделать все наоборот и сначала устать, а потом легонько прогуляться. Имейте это в виду. После такой длинной-длинной прогулки мы приехали в одно место, где можно поесть. Называется Хорика. Нам его посоветовали наши подписчики, наши туристы. Если честно, даже не ожидал. Такое красивое место, вот в таком, в общем, не сильно красивом месте. Здесь очень вкусно, посмотрели по ценам, вполне доступно. И здесь есть даже девиз такой, что как в ресторане, но по цене столовой. Сема, смотри. Чиз. Слушайте, ну здесь вообще классно. Смотрите, площадка детская. Такой Диснейленд почти. Да, необычно. Это сделано для того, чтобы можно было поесть взрослым, я думаю. Ну что, заходим? Ну, всевозможные блюда у нас тут, как вы видите. Супчики, салатики, сладкое, в общем, все, что нужно есть. Хорошее местечко. Друзья, проведу вам краткий экскурс еще. Здесь несколько этажей. То есть, смотрите, на первом этаже у нас вот такой, скажем, банкетный зал. Ну, здесь же можно и поесть. Здесь также есть второй этаж. На втором этаже у нас находится балкончик. Можно в него выйти. Здесь есть еще отдельная кухня с суши. Детская игровая комната, где как раз бегают и бесятся наши дети. Так, здесь выходим на балкон, смотрите. Это вот это все в бантиках. Здесь можно также обедать, ужинать. Здесь летом просто куча очередей, нам уже сказали. Соответственно, развлекухи для детей. Еще есть третий даже этаж. И чтобы вы понимали, например, да, вот мы тут сидим, взяли по пирожному, уже кусочки остались, и вот так вот красиво подача чая. Это как вы думаете, сколько стоит? 250 рублей. Вот так вот. Вкусненько? Очень. Ну что, на этом замечательном месте, в этом красивом ресторане, даже столовой сложно назвать, хотя цены как столовые. Видимо, мы будем завершать нашу большую поездку по Крыму. По всем его побережьям мы проехали достаточно много, посмотрели очень много. Что могу сказать? Конечно, что это была очень классная поездка. А не забывайте, что я занимаюсь турами по подписке. Это абсолютно новый формат оформления туров без комиссии турагентства всегда. Поэтому обязательно переходите, посмотрите, подписывайтесь. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока!